Это что же получается? Посеял и жди теперь целый год. А если семенами ошибся, разве это по-хозяйски? Ведь каждому хочется быть настоящим хозяином, как я. Какой же настоящий хозяин не хочет видеть цветущие клумбы на своем участке? Конечно, многие садоводы-огородники картошкой, огурцами да помидорами свои плантации засаживать предпочитают, чтобы осенью-зимой желудок был сыт и доволен. Но ведь глазу да душе радость тоже нужно доставить, пусть даже через год. Двулетними цветочными культурами называются те, которые зацветают на второй год после посева. В первый год они образуют розетку листьев, в этой фазе зимуют, а на следующий год цветут. К таким культурам относятся виола, турецкая гвоздика, мальва и многие другие. И как раз сейчас настало оптимальное время для посева их на рассаду. При посеве семян нужно соблюдать определенные правила. Грядку нужно расположить в полутени, хорошо вскопать, добавить удобрения. Разделить грядку на бороздки и каждую пролить. Расстояние между бороздками примерно 20 сантиметров. После посадки грядки прикрыть укрывным материалом до появления всходов. Делается это для того, чтобы верхний слой почвы, в котором находятся семена, не пересыхал в жаркую погоду. Ладно, уговорили, был неправ. Есть все-таки что-то в ожидании, в предвкушении. Впрочем, почему впред? Вкушать я и сейчас могу. Вон земляника уже поспела. Ни по оттенкам вкуса, ни по аромату ей нет не только равных, но и приближающихся к ней. Так писал о землянике знаменитый испанский писатель Сервантес. Он считал ее самой вкусной из всех ягод. Попробуйте собрать горсть земляники. Какой запах! Но чтобы получить хороший урожай, необходимо о ягоде заботиться. Конец июня – начало сбора первых ягод на садовых участках. Одним из самых первых поспевает садовая земляника «Московский деликатес». Однако это время не только для уборки ягод, но и время для интенсивного ухода за земляничными плантациями. Серая гниль – одна из главных напастей для земляники. Можно с ней бороться двумя способами. Это уборка, своевременная уборка начинающих портиться ягод и подстилка соломы или какого-либо укрывного материала под растениями земляники. Особо следует отметить, что ремонтантные сорта земляники, такие как «Московский деликатес», «Всемирный дебют», «Русский размер», требуют в это время очень активной подкормки, поскольку они будут плодоносить все лето, и им потребуется большое количество питательных веществ. В свежем виде землянику никто не хранит. Она такая вкусная, что ее в момент съедают. А вот чтобы луковичные сохранить, особые правила знать нужно. Луковичные начинают выкапывать при пожелтении листьев. Как правило, в средней полосе России это происходит в конце июня, начале июля. Если выкопать раньше, то луковицы будут недостаточно крупными. Если позже, то гнезда с луковицами будут разваливаться. После того, как луковицы просохнут и засохнут старые стебли, их нужно очистить от оболочки и рассортировать на крупные и мелкие. Хранить луковицы до посадки нужно так, чтобы им было не сыро и не жарко, в хорошо проветриваемом месте. Лучше под навесом. Да, сегодня я хорошо поработал, как настоящий хозяин. Будь настоящим хозяином, как я.